Всем привет, друзья, с вами Вазген. А перед началом обзора хочу порекомендовать вам канал офигенного человека, начинающего обзорщика сигарет. Ну, в общем, с чего вас томить? Подписываемся на него, ссылочка будет в описании. Прямо сейчас переходи и подписывайся на него обязательно. Вот. А теперь обзор нового энергета. Вот такой у нас энергетик. Это у нас, ребята, Monster, Black Monster. Под названием, как же у нас называется, Манго Локо. Вот. Такая вот у нас баночка, ребята, сами смотрите. Как по мне, дизайн просто охуенный. Вот у нее, собственно, вот так вот она у нас выглядит со всех сторон, да. Black Monster Манго Локо Energy. Здесь вот это вот все здесь выбито вот так вот. Вот здесь вот это вот. А, нет, это здесь просто появилось. Вот, ежегодно вечер 31 октября семьи и друзья собираются, чтобы отпраздновать День всех святых. В общем, в честь какого-то Дня всех святых был сделан этот энергетик, собственно, вот. Сейчас будет у нас, ребята, на него обзор. Вот такой вот Black Monster. Вот, собственно, вот такой. Ну, я вам уже показал. Сейчас будем его пробовать, ребята. Давайте. Итак, вскрываем, пробуем. Чё, почём, сколько у нас, кстати, он стоит? 100 рублей. Вот. Вот так вот. В общем, классный. Ребята, запах сразу хочу вам сказать. Запах просто офигенный. Честно говоря, пахнет каким-то... Ребята, пахнет он у нас манго. Просто офигенный запах. Вот. Собственно, так вот. Ну что, ребят, давайте его попробуем. Вот. Первая проба энергетика Monster Black Monster Manga Loco Energy. Попробуем. Вкус очень у него такой прикольный. Сразу чувствуется манго. Но если честно, как по мне, он очень сладкий. Вот. Он... Лично мне вот он уже с первого глотка очень понравился, но как у меня довольно-таки он сладенький такой, довольно-таки сладкий, вот, но чувствуется вот эта манго, опять же. То есть энергетик уже с первой пробы у нас показывает хороший результат, лично по моему мнению. Он, ребята, похож чем-то очень на белый монстр, только без сахарозаменителя. Ух ты, честно говоря, кажется, эффект с него уже пошел, хотя я выпил не так много. Жмых очень у него прикольный. Вкус у него такой он сладкий довольно, ребята. Вот. Вкус по 10-бальной шкале. Вкус по 10-бальной шкале я поставил ему 8 из 10. И по жмыху по 10-бальной шкале оценил его. Как по мне, он уже сразу, с самого начала, уже показывает такой энергетический эффект плавный. Я бы, как по мне, вот. Но все же я бы ему поставил где-то 7 из 10 примерно. По 10-бальной шкале, ребята. Вот. Этот у нас монстр. Манго Локо. Действительно, вкус манго. Ребята, он просто офигенный по вкусу. Такой сладенький, даже вот после вкуса. Реально манго. То есть, не какой-то там химии воняет. Вот. Как-то вот так вот, ребята. Вот еще посмотрите, здесь состав мы не читали сейчас, вот, потому что не планируем на 2 часа растягивать обзор. Вот, а именно вот так вот первое ощущение наше. Вот. Тебе он понравился? Ну, я даю свою оценку ему 8. Это один из самых вкусных энергетиков, который я тут попробовал. По жмыху, у меня энергетики не жмыхают, ну, что-то есть такое. Ну, да, но я уже это почувствовал. В общем, общая оценка, я ему даю 9, наверное, или даже, ну, 8-9. Короче, один из самых лучших энергетиков. Один из самых вкусных, ребят, очень мне понравился. Реально чувствуется манго. Не чувствуется там, как, например, какой-нибудь флеш купишь или что-нибудь там такого, что это какой-то дешевенький. Это реально, это не дешевый такой, ну, качественный энергетик. Того стоит, как по мне, вот. Реально очень вкусный, мне очень понравился. В общем, ребят, я ему даю такой вердикт. Моя общая оценка ему будет... 8,5 из 10. Как он тебе? Я ему даже 9 дал. Вот. Потому что это же один из самых вкусных, который я попробовал. Честно, тоже вот так вот. Тоже очень, очень-очень понравился, честно, очень
очень вкусный. Сразу чувствуется, что это монстр. Мой любимый, кстати говоря, энергетик – это монстр зеленый. Вот. Но после того, как я попробовал этот, я думаю, этот и я поставлю на первое место после него. Вообще обалденно. Конечно, он сладкий довольно, но... А у меня Бёрн фиолетовый. Лучше. Понятно. И, в общем, как-то так, ребята, это просто обалденный напиток. И энергия с него есть, и вкус у него балдежный. Сладкий такой у него вкус. Аромат приятный очень. Вот. Любите энергетики, обязательно его попробуйте. Вот. Ну и, естественно, не забывайте подписываться на канал. На данный ставить лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик. Вот. С вами был Вазген Official. Это был обзор. Дегустация, проба, энергетика. Black Monster Mango Loco Energy. И, ребята, всем пока!